Изначально в финал планировали отобрать 12 артистов, однако высокий уровень мастерства участников заставил пересмотреть эту цифру, рассказал журналистам художественный руководитель фонда «Талант и успех», председатель жюри смотра Ханс Йоахим Фрай. Также он отметил, что в следующем году конкурс ненадолго покинет Европу. В последние 10 лет конкурс проводился в разных странах и городах, в Дрезденской государственной опере, в Линце, в Австрии. Он также был в больших театрах Белоруссии, Ташкенте, Москве. Мы очень гордимся тем, что на следующий год конкурс получил приглашение в Мехико. В списке финалистов оказались 5 конкурсантов из России, по 2 из Республики Корея и Чили, по 1 из Бразилии, Израиля, Тайваня и Украины. В жюри конкурса представлены потенциальные работодатели для молодых певцов, директора оперных театров и концертных залов. Для участников предусмотрены специальные призы в виде контрактов на выступления.